Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Так, мы с вами остановились на 7-й миссии, но, как вы видите, 6-ю мы тоже прошли не полностью. Поэтому давайте-ка глянем, что у нас тут. Очень много всяких костюмов, шмоток и, кстати, два сундука неоткрытых. Нужные навыки. Ага, нам не хватает лишь вот этого. Ну что ж, придется взять его. Без него никуда. Так, это у нас где? Где костюмы? Все правильно. Так. Ага. Значит, нам понадобится вот этот костюмчик. И наденем мы его. Подожди-ка, куда мы его наденем? Хм. Я даже и не знаю. Ну, давай, наверное, вот сюда вот. Нет, не хочу. Вот сюда поставим. Так, отличная маскировка. Плум. Да, ну, смысл от этой маскировки. Друзья, я вот не понял, вот что вот это вот такое? Вот вы говорили, что это артефакты. А куда их применять? Куда их одевать? Они не одеваются, не применяются. Вот кольцо у нас тут есть. Что мне с ним делать? Без понятия пока. Пишите в комментариях мне, чтобы я, как говорится, смог использовать их. Может быть, они в какие-то костюмы вставляются. Так, ну что, друзья, попробуем мы с вами немножечко пошалить на... на болоте. Это 6-й уровень у нас. Так, смотрим. Здесь мы идем, да, тут рычаг. Дальше подпрыгиваем, мостик надо будет опустить. И сундучки, короче, все это нужно проверять. Так, идем. С этими нужно подраться, потому что, по-моему, костюмов у нас не собраты на этих персонажей, да? Надеюсь, у нас получится здесь все отличненько. Так, давай, родные мои. С рогаточки, бум-бум. Так, здоровиться пока позволяет. У нас же есть, по-моему, отхил, да, есть отхил. Вот, полностью собрали сет. Это уже радует меня. Вот рычажок. Ай-яй-яй, напоролся нечаянно. Вот у нас рычажочек. Мы его активировали. Здесь где-то должен быть у нас мостик. Так, вот эта лиса у нас, я не помню, друзья, есть костюм на нее или нет? Не помню, хоть убей. Ладно, пойдем сюда. Ага, захотел меня подловить. Так, вот этих костюмов однозначно нету, поэтому давайте будем зарабатывать. Что у нас тут есть? Давай-ка вот так вот. Бамс! Отлично. Давай-ка вот так вот силушку активируем. Ага. Так, собираем рыб. Ха, захотел меня подловить. Не... Да елки ты палки, смотри, а. Все-таки подловила. Да чтоб тебя! Одного персонажа потеряли мы с вами, друзья мои. Слушай, подожди, но ведь... На самом деле же не все получили. Мы даже сундук с вами не открыли. Заново. Да, конечно, надо заново нам играть. В общем, я сейчас... Вот с этими в любом случае нам приходится драться. Как бы я этого не хотел, но вот приходится. Давай так вот. Хоба! Пускай они пока валяются. В этот момент мы их немножечко побомбим. Так, вот этот мостик у нас опускается, да, когда мы с вами рычажок активируем. Получается именно так. Слушай, а если я не буду рычажок трогать? Секундочку. Погоди-ка, друзья мои. А мы с вами, получается, пройти не можем, да? Ёлки-палки, я же... Нет, подождите, но ведь, по-моему, же у меня должен был... Я не взял, друзья мои, я не взял нужный нам скин. Вот она, в чем проблема. Здесь я должен был пройти сквозь. Твою ж налево, да господи, промахнулся еще. Ладно, сейчас вернемся. В общем, надо посмотреть, каких костюмов нам не хватает. По-моему, вот Фокс этой лисы, да? Это же, по-моему, из мультика. Про рыжую эту лучницу. Я ведь ничего не путаю. Так, ладно, давай вот здесь вот мы перепрыгнем. Вот так вот. Пойдем накумарим вот эту вот лису. Или не будем ее бомбить, я не знаю пока, что он сделает. Вот это что мы с вами берем? Для чего? Кто мне объяснит? 330 хп, да, у этой вражинки. Давайте, наверное, подхиляемся с вами маленечко. Так, ага, значит, у нас костюмчик-то от нее и не был. Вот оно что. Так, с этими сейчас попробуем тоже разобраться. Давай, родные мои. Так, минус один персонаж мой. Так, одного бомбанули, тут 174 хп. В принципе, он не жилец. Ну, у нас тоже героев очень мало осталось. Ну что, двигаемся дальше. Это я все подниму. Ай-яй-яй, не успел чуть-чуть. Да чтоб тебя, да... Вот на каждую ерунду я попадаюсь. На каждую.
Хорошо, мы пришли. Но все-таки мы немножко с вами пособирали, да? Так, давай-ка мы посмотрим с тобой хорошенечко. Во-первых, у нас тренировка. Тренировки пропускать нельзя, согласись. Давай. Так. Ты у нас, в принципе, давай на скорость. Ага. И тебя, наверное, тоже на скорость. Все, пускай они у меня тренируются. Заходим в костюмы и смотрим. О, отлично. Один костюмчик у нас есть. Так, теперь глянем. Значит, нам нужен какой скилл? Вот этот вот, неуязвимость якобы. И я, наверное, возьму вот сюда. Да? Я думаю, что это будет отличным вариантом. Так, теперь вот, кстати, вот этот костюмчик мы вот сюда вот примерим. Так, смотри, еще очень много чего нам нужно. Очень много. Раз, два, три, четыре, пять. Аж пять целых костюмов. Да, не слабо. Так, этот я костюм не хочу брать. Этот я тоже не буду брать. В общем, здесь нам нужны рыжие волосы, судя по всему, да? От лучницы. Да и очень много остальных персонажей тут нам нужно забомбить. Хорошо, друзья, погнали. Погнали, я этот уровень все равно рано или поздно пройду. И никуда он от меня не денется, поверьте мне. Вот моя команда шустриков уже готова. Жалко, что мне перепрыгнуть. Вот через этих нельзя никак. Мне приходится с ними постоянно драться. А что у нас вот это означает? Давай проверим. А, я типа невидимкой становлюсь. Все, я понял. Усек, так скажу. Ну давай, давай, доктор Лектор не стал добивать. Так, а вот сейчас мы, кстати, и посмотрим, смогу ли я вот здесь вот пройти. Да, я смогу. Так, вот этих вот персонажей мне нужно полностью всех забомбить и отобрать у них все костюмы. Вот что я тебе хочу сказать. Давай, 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 не расслабляемся, друзья, не расслабляемся. У меня, кстати, очень мало дальников. В основном все время ближний бой. Чего? Чего? Вы сейчас прикалываетесь? Ничего себе, имба. Так, лол, он торжет еще этот лис. Подожди-ка секунду. Чего мне не хватает? Мне не хватает селенок, что ли, справиться? Ладно, пойдемте, наверное, сейчас к рыжухе. Попробуем отобрать у нее парик. В общем, вы поняли, что мне туда пока еще рановато, знаете? Там меня очень быстро разбирают. Слушай, ну у меня все ближники. Мне нужен дальний бой, согласись. Ну это не дело. Да куда ж ты? Куда ж ты пошел-то обратно? Зачем так делаешь? Ладно, хорошо, разворачивают нас, и мы с вами бежим. Я хотел хильнуться. Но хильнуться можно только лишь в бою. Сейчас мы с вами активируем. Угу. Вот сейчас еще пару разиков таких, и все. Мы с вами уже ничего не активируем. Так, лиса, ты готова отдать свой парик мне? Не выкаблучивайся, пожалуйста. Не выкаблучивайся, отдай лучше его по-хорошему. Так, 149 хп у нее. Минус. Вот, все. Сет у нас с вами появился этот. Так, пойдем теперь с вами поверху. Ага, не тут-то было. Вот, вот для чего нужен был нам этот тотем. Чтобы мы могли там активировать. Так, ничего, по 88, ты прикинь, бросает. Вот это да. Урон 88. Так, хорошо, мы с вами костюмчик-то поимели. Твою же налево, а? Но это только начало. Ты понимаешь, да? Да чтоб тебе, ну как, 33 раза на эти рыбки. Не на рыбки, то есть, а на эти ловушки попадаюсь. Как будто тяжело так запомнить. На самом деле тяжело. В общем, смотрите, мне нужен здесь оружие, да, судя по всему, еще шлем. То есть костюмов нам еще дофига нужно. Слушай, давай-ка мы с вами, может быть, что-нибудь скушаем такое, да, вкусненькое, чтобы нам... Так, у меня 115 монет. Может быть, нам хпшечки как-то прибавить себе. Давай глянем, что у нас дает. Сила умений, не надо мне силы умений. Здесь не хватит денег, да? Что вот это такое? Постоянное лечение, силы 4. Я хочу купить. Пускай будет у нас постоянное лечение, 10 минут. Котики, короче, перекусили, чувствуют себя, наверное, хорошо. Так, они тренируются. Сила. Здесь тоже сила. В общем, по идее, нужно делать так, чтобы у нас было с вами два ближника и два дальника. Но это будет логично, согласись. Поэтому для этого надо нам надеть костюмы соответствующие. Ну смотри, три ближника, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, друзья мои.
Вот, вот это, по-моему, уже дальник идет, да? У дальника сразу же, если мы, например, одеваем что-то, да, сразу же уменьшается ХП. Но это логично. Вот так мы сделаем с вами. Вот сюда поставим. А этот хитрый жук, а? Мощный, и без этого. По ХПшкам, конечно, вот как вот у нас может вот дальник быть сильнее, чем ближник? Я не понимаю этого. Так, посмотрим. В общем, у нас лучница, Red Hat и Джозеф, да? Дальник с рогаточкой. Надеюсь, от этого будет какой-то толк. Поехали. Шестой уровень, я его все-таки добью. Я добью. Так, нам что, получается, нужен костюмчик, который находится там наверху. Да елки-палки, ну почему я не могу через них перепрыгнуть? Почему? Может быть, как-то в дальнейшем смогу. Пока мы с вами немножечко подхиливаемся. Вот, вот видите, два дальника есть, они бомбят и намного лучше так получается. Плюс постепенный отхил. Постепенный отхил. Если бы еще на ловушки на эти не напарываться, было бы вообще имба. Так, с рыжухой я драться не буду, потому что мы уже получили от нее сет. Нам нужно с вами идти на самый верх. Да и чтоб тебя, ну как же так-то. Вот здесь, нам нужен, короче, парик ее и оружие. Ну-ка, давай ее так вот немножко бомбанем. У нее, конечно, атака 88, это вообще имба. Согласись. Фи. Лучше не придумаешь. Так, все равно нам не хватает оружия. Да чтоб тебе, я никак не могу запомнить, где находятся вот эти вот ловушки. Ага. Нам нужно будет еще разок пройтись. Еще, ты понимаешь? Потому что нам не хватает оружия. Погнали. Вас, наверное, это утомляет. Друзья мои, пишите, утомляет вас вот это вот постоянное прохождение, или вам нужно записывать уже, когда я получу шмотки. Мне это важно знать, чтобы я лишний раз не тратил ни ваше, ни свое время. Так, ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Забомбили, отлично. Тут все хорошо, тут все легко и просто. Зачем я так сделал? Зачем я так сделал? Я хотел же... Ну, с этим я вряд ли справлюсь. Или справлюсь. Сейчас проверим. Давай так, хоп. Ой, какие они сильные. Друзья мои, они очень сильные. Ты посмотри, они очень шустрые, быстрые. Мы хоть кого-нибудь тут сможем вообще подбить? Ага, ага, ага. Нашли только очки с вами, ты представляешь? Во, пошел процесс. В общем, смели нас тут. Попробуй другие комбинации костюмов. Да я понял, понял. Другие комбинации костюмов. Я лопухнулся просто-напросто, вот и все. Бежим. Ну, с этими уже вообще легко у меня получается справляться. Несмотря на то, что у них вроде бы тоже много хп, но... Быстренько мы их чекрыжим. Давай-давай-давай. Стреляем, минус. И... минус. Так, бежим. Я вот здесь вот подберу все это дело. Так, с рыжухой драться мы с вами не будем. Пойдем сразу наверх. Там мы с вами заберем оружие, да? Нам еще, по-моему... Да чтоб тебе, ну я же видел, а? Вот она. Так, отнимем у нее вот этот вот обруч, который бомбит на 88, да? Нехиленько, я тебе скажу. Да ёпарс, это минус котик у нас. Отлично, так. По-моему, фулл сет, да? Full set. Сейчас мы это все с вами, друзья, проверим. Так, вот тут у нас еще стоит охламон один, которого тоже нужно забомбить. Смотрите, что нам не хватает. Раз, два, три, четыре. Четыре сета. Ну-ка, проверить хочу кое-что. Зайду в магазин костюмов и посмотрю. Да. Смотрите-ка, что я могу сделать. Я могу ее взять. Вот так вот. А? Красава. Так, а что если вот, например, я могу же как-то ведь брать отдельные вещи? Могу. Так, здесь если мы возьмем, у нас идет ерунда всякая. Лук. А вот так вот не примерить, да, получается?
Я могу вот сюда вот лук, что ли, надеть? Быть такого не может. Может. Может, друзья мои. Я просто взял ему, поставил лук. Теперь объясни, зачем здесь ему лук, если он у нас ближник? А? Вот скажи, зачем ему лук? Так, а если мы уберем полностью костюм? Ганнибалушка. Слабенько, да, наверное, будет вот этот вот костюмчик брать. Или будет нормуль? Давай проверим. Вот такой вот у нас есть. А я сейчас заценю. Так, нужен обязательно ближний, да, бой. Так, тут плюс 11, плюс 5. Вау. Нео, нифига себе, ну-ка. Вот так вот мы тебя пока поставим. Тут каждый персонаж именно со своими способностями получается. Так, слабенький, этот слабенький, с рогаткой мощный, но я не хочу ставить. То есть получается в данный момент у меня вот этот вот Нео самый лучший, что ли? Да быть такого не могить. Да, получается, что Нео самый сильный в данный момент. Хорошо, пускай он будет, остается так. Ну что, поехали. Попробуем еще разок. Блин, меня этот еще босс тут смущает. Прям не могу. Фух, это я на одном уровне вот так вот долго зависаю, ты представляешь? Что дальше там будет? Так, ну что, давай-давай. Быстренько их раскумарим. Тут все, в принципе, без проблем. По здоровью. Главное контролировать хп нам. О, 54, кстати, видел урон? Да пребудет с вами сила. Понятно. Спасибо, кот. Зачем я все время забываю, друзья мои? Ну что ж ты будешь делать? Так, тут хочешь не хочешь, нужно бомбить. Воу, Нео, ты видел, что делает? Слушай, мне понравилось его спецатака. Но он, правда, быстро отдуплился. И это плохо. Это, друзья мои, плохо. Давай так вот, хоп. Так, мы с вами получили посох какой-то. Посох, указка, я не знаю. Так, смотри-ка, уже лучше, намного лучше. Мы с вами тут справляемся, я открываю сундук. А сможем ли мы... 531 хп, эй, серьезно, что ли? Нифига у него дамаг. Друзья, по-моему, тут... по-моему, мы тут с вами сфейлимся. На 88 шпилит. А мы всего лишь по 48 бомбим. Согласись, нам не справиться с ним. Но, тем не менее, мы все-таки приобрели некоторые вещи от костюма. Может, вам поискать грибочек, этот Фоксер? Все там бубнит, все раздражает меня. Ну, смотрите, смотрите. Не забывай, я не забываю про тренировки. Я как раз сюда и собирался. Так, нашим танкам, естественно, нужно прокачивать ХП. А вот нашим дальникам, мне кажется, все-таки нужно прокачивать атаку. Да? Потому что они именно сзади стоят и стреляют. Слушай, дай-ка я посмотрю, может быть, все-таки есть кто-то получше этого Нео. Во, смотри-ка. Еще один сет мы с вами собрали. Хм. Это радует, это меня очень сильно радует. Так. Как же мне, друзья, найти очень сильного ближника, очень сильного, чтобы который мог просто раздавать люлей налево и направо. Я таких не вижу. Все какие-то слабенькие. Все слабенькие абсолютно. Вот лук могу взять, да? У этого чувачка. Всего лишь плюс 3. Вот. Так, давай-ка глянем. Смотри, вот здесь вот, например, если мы с тобой возьмем костюмчик. Да? Так, могу я здесь взять шляпку. Хоп. Вот так вот, приодели. И костюмчик. Не хочу я этот костюмчик брать. Так, спускаемся ниже и смотрим, что у нас тут. Угу. Так, смотри, здесь у нас скорость. Скорость быстрее становится. От чего она только зависит? От шляпы, да? Но дает и отрицательные бонусы. Я не хочу отрицательные. Мне нужны только положительные. Вот, например, вот это вот можно, да, взять? И поставить, знаешь, куда? Вот сюда. Вот, совсем другое дело. Давай посмотрим дальше, что у нас тут. Если мы возьмем лук, нам дает прибавку вот здесь. Отлично. Так, ну,
Конечно, хотелось бы взять первому, да? Потому что плюс 3 к силе атаки, но не стоит, не стоит. Давай еще ниже здесь спустимся и посмотрим. Так, если я, например, буду брать отдельные части. Лук. Фигня полная. А здесь у нас есть какая-нибудь прибавочка? Тоже не то, не подходит, да, нам? Нам все не подходит. Вот, нашел идеальный шмот для моего дальника. Вот так вот он будет выглядеть у меня. Вот, смотри-ка, смотри-ка, что у нас происходит. Мы с вами немножечко усиливаемся. Вот таким вот образом. Так, я даже вот этот вот возьму. Вот сюда вот. Потому что два параметра сразу повышается, и атака, и скорость. А здесь у нас... Здесь у нас ничего хорошего нету. Вот, ты посмотри, вот это вот, да, вот это, я понимаю, костюм. Как раз я его надену вот сюда, на доктора. Лектор, на типа того. Ну что, теперь у нас командочка, ну, более-менее такая силенькая. Я думаю, что можно попробовать дальше побомбить их. Погнали. В общем, нам нужен вот этот отряд полностью пробить. И вот этого вот охламона, который здесь стоит, да? Поехали. С гитарой, Нео с гитарой. Круто смотрится, конечно, это все. Посмотрим, как быстренько мы с вами будем их... Вот. Смотри-ка. Вот-вот-вот-вот то, что нужно. Сейчас вот совсем другое дело. Бомбим идеально. Отлично. Так. Давай вот здесь вот пройдем. И накумаривать будем вот этих вот охламонов. Естественно, нужно применять всякие магии, да, здесь... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да ну, как ты так быстро... Да как они так быстро могут ушатывать, а, друзья мои? Я не понимаю вот этого. Как? Мы бомбим по 57 атаки. Ну, они, конечно, по 80. Блин, ну, пожалуйста, ну, выживи, а, родной мой, выживи. Накажи кого-нибудь здесь, ну. Так, и справишься? Да справится он с этой лисой. Так, отлично, хорошо, ничего не могу сказать. Ну, с этим мы... Не справимся, я перепрыгну через него, потому что это бесполезно. Удачи на поле боя, берегите лапки. Это говорит наш тренер. Блин, это, конечно, все хорошо. Ну, не хватает нам опять чего-то. О, костюмчик полный, отлично. Дай-ка я кое-что гляну. Вот, смотри, если мы с вами наденем шапку вот на этого, он будет крут. Угу, действительно крут. Действительно крут, но нам... О, еще у нас тут с вами кое-что появилось. Так, ХП, здоровье, все не то. Если я выше немножко поднимусь и посмотрю. Ну, костюмы я ведь не могу прокачивать, так ведь? Костюмы я прокачивать не могу. Хм. Блин, ну все равно слабая команда. Все равно слабая, как бы я и чего бы я ни делал. Слушай, а может быть нам поменять скиллы? Какие нам нужны? Нам нужны только вот этот и вот этот, да? ХП. Лечение всех за 5 секунд. Лечение всех за 5 секунд. Хм. Первого уровня еще до сих пор. Левел прокачивается потихоньку. Так, бонус всем к атаке. Может быть, вот это взять? Бонус к атаке. Ладно, пускай будет бонус к атаке у нас здесь стоять. Не знаю, посмотрим, поменяется ли у нас что-нибудь в лучшую сторону. Слушай, а вот этот навык, в принципе, тоже можно поменять. Да, знаешь почему? Потому что он бесполезный здесь. Этот навык бесполезный на самом деле в данный момент. Поэтому я его поменяю на вот этот, скорее всего. Да? Идеально будет? Надеюсь, будет идеально. Ну что, поехали. Котики, вперед! Шестой уровень, да, мы на нем зависли с вами уже долго. Ничего не скажешь. Ну, этих сейчас быстренько мы раскумарим. Заодно проверим, что у нас такое вот. Да, у нас идет отхил. Идет отхил. Медленно, конечно, но тем не менее идет. Все, погнали дальше. Так, эй, ты зачем так сделал? Ну что, давайте вот с этим подеремся теперь. Ой, боюсь, 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 я их боюсь, друзья мои, боюсь. Воу-воу-воу-воу, у нас атака повышенная. Неужели мы еще с повышенной атакой с вами... Да, мы сливаемся. Мы с вами сливаемся. Хотя, подожди секунду. Если я вот так вот сделаю. У меня что, один котик всего лишь остался?
Почему они такие шустрые? Почему они такие быстрые, а? Давайте, порадуйте меня. Да подожди ты, порадуйте тебя. Не видишь, что ли, я тут не могу справиться с ними. Так, этого перепрыгиваем. Блин, все равно что-то не сходится. Все сундуки открыты. Практически все костюмы у нас уже есть. Практически. Но не хватает нам чего-то. Нам не хватает напористости. Я думаю, вы, наверное, устанете это все смотреть, друзья. Устанете. Так, если я... Нет, я пока не буду активировать. Вот это, кстати, тоже, в принципе, бесполезный, да? Удар. Но без него мне никуда, друзья. Без него мне делать дальше нечего. Так, здесь собираем. Попробуем сейчас опять их тут накумарить. Вот я их сбил. Давай вот так вот. Бомбить, бомбить, бомбить. Я все, что можно, здесь активирую. Давай еще вот так вот сделаем. Так, минус. Ну вот. Могут ли? Могут ли? Могут, когда хотят. А вот с этим я уже не знаю, друзья, сможем ли мы справиться. Попытаемся. Слушай, неплохо мы его тут деребунькаем. Смотри, сейчас отдуплится. Отлично. По крайней мере, пиджачок мы уже с вами получили. Так, а что же нам остается? Нам нужно-то всего ничего. Так, подожди-ка. Ага. Получается, нам нужно вот эти два костюма, да? Давай заново. Два костюма. То есть, наверху мы с вами все получили, да? Получается, нам нужно костюм от чувака из криминального чтива, да? Получается. Ну и вот тех вот самураев-ниндзя, или как там их прозвать-то. Короче, вот здесь вот нам нужны еще костюмчики. Разборка, конечно, будет полная. Давай, 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 давай. Пробиваем, пробиваем, пробиваем их, друзья мои. Не пасуем. Сейчас кто-то отдуплится, по-моему, да? У меня нет. Давай, 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 давай. Ать. Один остался, да? Слушай, а почему так перестали нам костюмы-то давать? Эй! В чем проблема-то, я не могу понять. Справимся ли мы здесь с этим охламоном, я не знаю. Так, это сила атаки у нас, да? Она, в принципе, очень хорошо нам помогает здесь. Только проблема в том, что успеем ли мы его бомбануть. Успели. Так, мы получили с вами пистолет. Остается только лишь забрать у него очки. Да, вот здесь вот очки. А вот что здесь нам нужно, я не могу понять. Все равно я буду бомбить. Друзья, пишите в комментариях. Надо оставлять все как есть или вырезать вот эти вот повторяющиеся бои. Обязательно напишите, чтобы я это знал. Ага, отлично. Бомбанули. Так, давай сюда перепрыгиваем. Ну, надо вот с этими хламонами справляться. Хочет это или нет. Так, давай-ка вот так вот. Где у нас там... Вот. Силу атаки повысим, друзья мои. Силу атаки надо повышать. Да, ну, уже котика минусанули мне. А вот что дает нам вот эта вот невидимость, друзья? Я вот нажимаю, да, и мы становимся невидимыми. Слушай, подожди-ка, мы вот с этими котами уже деремся не в первый раз. Костюма мне до сих пор не дали. Последнего, который мне нужен. В чем проблема? Так, этого сейчас бомбанем. Если мы парик у него заберем, да, у нас будет фулл сет. Отлично, отлично. Друзья мои, вот это я понимаю. Так, ну нам... А, все, все, мы прошли с вами. Отлично, шикарно. Я очень рад. Так, танкуля, давай-ка мы тебя... Не могу прокачать на хпшку. Будем ждать с вами побольше, когда рыбок у нас накопится. Так, здесь на хпшечку. Тебя, естественно, на атаку. И тебя тоже на атаку. Все, пускай тренируется. Давай посмотрим, какие у нас тут сеты. Хорош? Так, ну что-то хорошо, а что-то плохо. Что мы можем взять у него? Нет, ничего мы не будем брать. Так, здесь как у нас обстоят дела? Кисло, да? Кисло обстоят дела у нас. Ну что же, я предлагаю вам пойти на 7-й этап. Ёлки-палки, тут-то какие, а? Нам нужен, значит, телепорт и пробивуха. Телепорт и пробивуха. Давай, костюмчики. Телепорт и пробивуха. В общем, телепорт мы с вами возьмем вот сюда. А пробивуху мы возьмем, блин, куда нам ее взять? Твою же налево. Ну давай. Давай сюда. Давай сюда. Все.
Друзья, там очень много у нас будет сейчас костюмов, да, которых нам нужно найти. И плюс еще 3 ящика. Погнали. Оу, телепортов тут много. Так, главное не запутаться нам. Так, первый у нас тут Конан Варвар. Так, сколько у него? Ой, да мы его сейчас быстренько расчекрыжим. Так, Готовченко. Мы уже получили с вами пол костюмчика. Так, прыгнули в телепорт. Ага, появились вот здесь. Это кто у нас такой? Это случайно не паренек, который собирает этих покемонов? Похож на него почему-то. Ну давай, 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 нахлобучиваем, друзья мои. Отлично. Так, я, наверное, сюда вот наверх прыгану. Вау, 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 смотри, какие прикольные смотрятся. Так, а ну-ка давай. Чик, шикарно. Давай, да ладно тебе. Ну, да шлепните вы его. Так, господи. Он с пушкой. Так, я ж думал, мы его подбили, но не тут-то было. Хе-хе-хе-хе-хе. Сундучок родной мой, иди ко мне. Что это такое? Что это выпало там? Погоди-ка. А что я не так сделал? Почему меня туда не впустили? Эй! Так, подожди, хватит ныть, надо драться. Деремся, деремся, друзья мои. Деремся. Расписали нас как... Нет, я все-таки тоже нахумарил. Так, получили шляпку, это у нас анонимус. Ну, эту-то я шваркну сейчас. Шваркну, шваркну, она пускай не радуется. Ну, да бомби ты, господи. Вот, паричок. Паричок мы с вами получили. Отлично, мне нравится, друзья мои. Фух, 2 сундучка. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Воу, 8-й этап открылся. Это меня радует. Давай проверим с тобой вот эти вот костюмчики. Так, сразу получили сет, да? Хм, вот. Эту шляпку мы возьмем сюда. А костюмчик как, хорош? Костюмчик. И костюмчик, кстати, тоже хорош. На ХП пойдет. Так, смотрим здесь. Ерунда. Ерунда. Чушь собачья. И вот. Вот это вот я возьму сюда. Погоди-ка. Ну, там же вроде как меч был. Хм. Странно. Ладно, друзья. Так, подожди, там замок был. Замок. Почему я замок не смог открыть? Что нужно для того, чтобы открыть замок? Телепорт или что-то там нужно активировать? Ладно. Так, варвар, давай-ка мы тебя попробуем дальше доколупать. Потому что мне нужен твой сет. А почему у меня кот вообще без всего? Так, тихо, перепрыгиваем. Вот сюда, я хочу по этой дорожке просто прогуляться. Посмотреть, что... Во, видишь? Видишь? Видишь, какие тут персонажики у нас? Лети отсюда, пташка. Пока он там в отключке, мы их бомбим. Вот это хорошо. Кстати, ножичек мы выбили с вами. Ух! И меч. Так, пойдем понизу, понизу. Вот смотри. Смотри, видишь, нас разворачивают. А-а-а. Ага-га. Ты понял, да? Ты понял. У нас с вами есть один ключик. И я вас поздравляю, поздравляю. Так, смотрите, прикольные какие чувачки. Я надеюсь, мы с ними справимся, да? 500 хп, эй! А ну-ка, не пора ли вас немножечко тут побомбить? Чуточку, совсем чуточку. Так, давай-давай-давай, родные мои, пробили. Красавчики вы мои ненаглядные. Так, ну не забывайте, что у нас есть с вами ключик. И нам этот ключик надо как-то активировать. Сможем ли мы с ним попасть наверх? Ага, можем. Знаешь, как это будет выглядеть? Вот таким вот образом, смотри. Ага, мы прыгаем в портал, естественно, в портал. Этого я хламона перепрыгну, он мне не нужен. У меня фулл сет от него есть. Так, а с этим-то справимся мы? Эй, я радостно тут иду. Справимся ли мы с этими охламонами, господи? Давай попробуем. Так, у меня минус один котик, друзья мои. Не, 92, нифига он там шпарит. Ты серьезно, что ли? О, ребятулечки. Мы с вами в критической ситуации. Так, что-то получили с вами. А сможем ли мы? Тут, по-моему, мы сфейлимся. По нам дамаг слишком большой проходит, ты посмотри. Мы не успеем, не успеем. И это меня расстроило, потому что мы с вами только получили ключик, который мне нужен был для двери. И на тебе нас расписали. Твою же маковку. Ладно, я не буду расстраиваться. Я буду дальше продолжать бомбить. Этот фулл сет у нас или нет? Не помню, не посмотрел. Блин, прозевакал я, это невнимательность моя. Ладно, давай расчекрыжим. Ага. Так, не успел я. Я хотел же наверх попасть. Дрить тебе на корень. Ладно, фиг с ним. Давай вот сюда вот пойдем. Наказываем их. Что это за костюм? Это деревяшка напоминает мне из Текина. Помните, там был такой пенек?
пенек, драчун. Драчун. В общем, вы поняли. Так, фулл сет, надеюсь, да? Давай эту лису сейчас бомбанем. Отлично, так, нам не хватает совсем-совсем чуть-чуть. А если я вниз пойду? Так, с этими охламонками справимся, как думаешь? Должны, должны, друзья мои, справиться мы. Так, 71 хп и 110. Да-да, сейчас ушатаем. Котики вперед. Вот, фулл сеточка. Нормуль, шикандос, ничего не скажешь. По крайней мере, я уже знаю, что мне нужно меньше противников побить. Так, смотрим, что нам не хватает. Так, здесь фулл сет, по-моему. Дай-ка я зайду в костюмированный свой магазин и посмотрю. Во! Ну, он слабый, согласись. Так, а здесь? Тоже не алло. Так, а этот? Если я возьму, например, что-то по отдельности. Да, ну, чушь собачья, согласись. Чушь собачья. Что, нам придется продолжать эпопею? Так, нам нужен... Погоди-ка, что нам нужно? Вот здесь только нож выбит, здесь только кинжал. Так, ладно, все, я в принципе определился. Я понял, что нам нужно с вами еще получить. Вот, вот этот вот костюм. Так. Короче, еще дофига чего нужно на самом деле. Поехали. Интересно, я сегодня... смогу получить эти костюмчики или нет? Как вы думаете, друзья мои, смогу или нет? Так, вот здесь нужен мне костюм. Да, два костюма здесь нужно мне. Ах, хорошо как бомбанул. Давай-ка мы их оглушим. И стреляйте, дальники, я же... Вот, вот. Когда хотят, они могут. Так, вот эти вот нижние костюмы нам нужны. Так, я не буду сейчас никуда там идти наверх. Давайте уж добьем, как говорится, здесь все, да? По полной программчике. Так, у этих... Блин, ну здоровье, конечно, у них тут... Мама, не горюй. Надо их пробивать. Так, кого-нибудь в портал. Хе-хе-хе-хе. Еще в портал. Пускай летает. Ну вот. Вот. Так, мы можем вот сюда с вами... Да куда же ты прыгнул-то? Ладно, фиг с ним. Сейчас мы с вами открываем там дверь. Да? Открываем с вами дверь. И куда мы там попадем, я даже не знаю. Для чего вот это вот? Для чего мы это... А, вот как. Все, усек, усек я эту тему. Так, анонимус, нам нужен твой нож. Твои ножи, точнее, твои финки. Так что будь добр, отдай их по-хорошему. Отдай, говорю, по-хорошему. Вот. Ну что, друзья, совсем другое дело. Два сета, по-моему, мы сейчас с вами нашли. Нет, ошибаюсь, не два сета. Сейчас глянем. Все это смотрится вот здесь вот. То-то и оно. Так, смотри-ка, я могу взять ножички вот сюда. И все, да, получается. Так, а тут что у нас? А тут у нас... Фигня полнейшая. Так, и еще один костюм. По отдельности ничего не прибавляет. Короче, друзья мои, смотрите, нам нужен вот здесь вот футболка, ну, майка, так скажем. Здесь шляпа и здесь шляпа, да, нужна. Только получается лишь два персонажа, которых нам не хватает. Фу, да это проще пареной репы. Это проще пареной репы. Короче, нам нужна вот эта вот... Нужен персонаж из Крика. А он находится где? Он, по-моему, находится вот здесь вот. Ну, не забывайте, еще и сундучки бы хотелось, конечно, бы приобрести. Так, я не буду с тобой драться. Бэээ, зачем я так сделал? Надо было попозже немножко прыгнуть. Варвар мне уже не нужен, Конан. Все, мы с ним подрались, все, хорош. Пускай отдыхает. Так, здесь нам не нужно ничего. Вот, вот они, вот эти вот два костюма нам нужны. Вот именно этих персонажей. Так что попробуем сейчас их получить. Так, тихо. Фулл сет есть? Фулл сет есть, готово. По-моему, друзья мои, три звездочки. Но тут еще, по-моему, надо сундуки, да? А сундук где у нас находится? Самый нужный нам сундук находится наверху. Поэтому нам нужно туда добраться. Попробуем. Ой, ой, друзья мои. Не так я сделал маленечко. Не так сам дурканул. Знаю, виноват. Другого варианта не было. Но, отлично, минус один. Ну и гейшу мы тоже забомбили. Вон тот сундук, как раз, который у нас стоит наверху. Черт подери, хотелось бы, конечно, его открыть. Но посмотрим, по-моему. Ага. Ага. То есть, в любом случае, да?
В любом случае, мне нужно найти тот сундук. Так, что мы можем с вами позаимствовать? Ничегошеньки, да? Так, а здесь? Тоже как бы ничегошеньки. Хм. Чё, получается у нас... Ага. Друзья мои, не все я насобирал. Оказывается, девочка-то наверху зажала мне парик. Пора ее навестить. Пора ее навестить. Заодно там и сундук с вами заберем. Погнали. Так, Враур, ты мне не нужен. Ты свободен. Так, что нам нужно? Нам нужно с вами найти ключ. Придется с этими хламонами драться. Ладно, подеремся, фиг с ним. И вот, вот парик. Вот этот вот черный нам нужен. Так что, друзья, идем за ним. Идем за ним. Так, здесь нас, естественно, разворачивают. Мы с вами идем в обратном направлении. Берем ключ. Так, мне самое интересное знать, как нам попасть наверх. Как нам попасть наверх с вами? Вот здесь я пере... Все, я понял, друзья мои, свою ошибку огромную. Мне не нужно было брать ключ. Мне нужно было через него перепрыгнуть. Да. Только лишь таким способом я смогу пробраться наверх. Вот она, загвоздочка-то в чем. Ладно, друзья, давайте быстренько заново переиграем. Ключ мне не нужен. А я все время его брал. Поэтому меня разворачивало обратно, и мы открывали с вами дверь. Вот этот ключ просто перепрыгиваем, и все. Больше ничего тут сложного нету. Главное, чтобы мне вон та вон девочка отдала свой парик. Чтобы у меня был фулл сет, вы понимаете, да? Здесь, естественно, нас разворачивают. Я даже и не против. Я даже этому рад. Вот этот ключ надо перепрыгивать. Вот так это происходит. Так. Перепрыгнул, отлично. Здесь нас разворачивают, и мы идем с вами на самый верх. На самый-самый-самый верх. Главное не упасть где-нибудь невзначай. Так, вот здесь вот нас разворачивают. Да елки-палки, ну ладно, фиг с ним. Давай его ушатаем быстренько сейчас. Этого Конана-варвара. Так, здесь мы перепрыгиваем. Нас разворачивают. Естественно, рыбки забираем. Здесь уничтожаем все. Прыгаем в портал. Здесь, здравствуй, я не собираюсь. Да чтоб тебя, да как ты так... Блин, мне придется опять все это повторить, друзья мои. Придется все это повторить. Я лопухнулся, там нужно перепрыгнуть было. Да, вот такие вот нюансы. Мелкие вроде бы кажется, но вот припаривают. Так, разворачиваемся, забегаем опять в портал. Угу. Заодно заберем здесь рыбки, которые мы не успели собрать. Вот, 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 вот она. Вот она эта барышня. Сейчас мы ее быстренько должны бомбануть. Отдай парик свой. Он мне нужен. Отдай мне парик. Я не шучу. Отдай горую волосню. Ну что? Давайте еще сфейлимся, будет вообще замечательно. Вот. Вот теперь, друзья мои, фулл сет. Так, перепрыгиваем. Так. Погоди-ка. Слушай-ка, а как же мне тогда открыть ту дверь, находясь с ключом? Как вот этот сундук мне подобрать? Вас это не смущает, а, друзья мои? Ну, посмотрим. Блин, да неужели из-за того, что я не взял сундук, у меня не открывается уровень? На голду не закрывается, а? Тут-то все отлично. Ты прикинь? Не хотят. Слушай, ну... Давай я гляну. Вот смотри внимательно. Вот этот сундук, да? Вот здесь вот дверь. Ключ мне нужен. Если я здесь беру ключ... А через этот камень я могу уже перепрыгнуть, так получается? Или нет? Я беру ключ, перепрыгиваю через... Короче, поехали. Если я через тот камень смогу перепрыгнуть, то все хорошо у нас будет. А я не могу через него перепрыгнуть, он большой. Погоди, а как же тогда быть? Хм. Друзья мои, тут какой-то прикол, который мне пока непонятен.
Вот мы с вами идем, да, здесь нас разворачивают. Там я беру ключ, предположим. Да, возьму я ключ. Меня, естественно, сразу же пропускают вот через эти двери. Все, я понял, вот камушек где, внизу. Друзья, все отлично. Я не увидел камушек внизу, поэтому сейчас все будет отличненько. Но для этого нам придется драться вот с этими, которые внизу здесь стоят. Ладно, попробуем их раскумарить. Ничего с этим не попишешь. Так. Сейчас мы с вами развернемся и пойдем в обратном направлении. Я надеюсь, вы поняли, да? К чему я тут? Смотри, оп. Смотри-ка дальше, как у нас происходит. И идем сюда, а? Повторение, мать учения. 33 раза придется все это, друзья мои, проходить. Ну, а куда деваться? Если ты хочешь проходить все идеально, так оно и должно быть. Так, здесь перепрыгиваем. А с теми-то мы, гаврюшами, справимся с вами, а? Вот с этими-то. Хватит у нас мощей до силенок. Ой-о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 й. Да, вот это уже интересный вопрос. Сможем ли мы здесь с вами пробиться или нет? Я уже немножко сомневаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй, как же ты жестоко бомбишь по мне. И у меня нету никакого суперудара. Опять фейл. Опять очередной фейл. Да ёпарасоте, какой уровень, а? Заново. Нам вас ждать? Жди. Жди. Сейчас я. Какой-то капитан, елки-палки. Не, мое-мое. Давай. Расчекрыживайте. А куда деваться, друзья мои? Вот так вот приходит. Если вы мне напишете, что не стоит вот это 33 раза проходить, конечно же, я буду удалять, вырезать это все потом. Пока я не могу этого себе позволить. Так, давай. У меня ключик, что ли? Откуда у меня ключ, друзья мои? Кто мне скажет, откуда у меня в руках ключ? Ну, давай. Зачем ты это сделал, кошара ты? Зачем ты перепрыгнул, а? Мутант, вот ты мне объясни, зачем ты это сделал, а? Я не понимаю, зачем я нажал, друзья мои, на кнопку прыжка и, соответственно... Соответственно, я запорол этот уровень. Придется опять переигрывать. Блин, офигеть, это у меня серия получается на прохождении всего лишь двухуровневых. Да? Естественно, мне наверху делать нечего без ключа. Вот он ключ. Вот он ключ. Кстати, вот это вот даже лучший вариант, по которому я сейчас только что прошелся. Он оптимальнее для нас. Давай, 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 давай. Закумаривайте вы этих лисят. Минус один. Минус два. Нормуль. Так, здесь мы с вами перепрыгиваем. Оп, наверх. Блин, а с этими все равно не избежать стычки. Да? Получается так? И мы с вами опять потеряли еще одного котика. Это плохо. Да ладно тебе, а? Ушастый ты хмыреныш. Ну что я теперь тут сделаю двумя котами? Ничего. Ничего я сделать с ними не смогу. Меня там разбомбят. Друзья, меня там разбомбят даже... Я даже никак не смогу сократить путь. Понимаешь, никак. Перепрыгнуть у меня... Эть! И не получается через них перепрыгнуть. Ну и, естественно, у них зарой. Это, посмотри, по 558, да? Опять фейл. Жалко, я не могу сразу же тут... А вот это что такое? А, это карта, да? Которую я могу ориентировать. Да хорош, куда я могу... Пойти или не пойти? Заново, заново, да, заново. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас все будет, друзья мои, сейчас все будет. Так, ключ я этот забираю. С этим придется драться. В общем, я не пойду там поверху. Мы сделаем немножко хитрее. Друзья, мы сделаем немножко хитрее. Сейчас увидите, что я хочу сделать. Вы сразу поймете. Давай, 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 давай. Эть! Блин, ну вот хоть одного котика, но мы потеряем. Хоть одного, но потеряем. Сейчас посмотрим, здесь я смогу же пройти или нет. Мне хоть как нужно драться с этими охламонами, которые вот тут меня ждут наверху. Довольные стоят, поджидают меня. Вот тупыри, а. Ну дай перепрыгнуть мне, никак. Друзья, никак. Кстати, я думаю, что... Нет, без портала я не могу здесь тоже никак быть. Портал мне обязательно нужен.
Во. То есть, получается, мне нужно справиться только лишь с одной армией лисят, да? Но она очень жесткая, эта армия. С ними еще попробуй совладать. Вот они. Вот их мне нужно пройти, и все будет хорошо. Но, как вы понимаете, не все так гладко, как хотелось бы. Опять, да, мы с вами фейлимся. Да чтоб тебя. Друзья, может быть, тренировку, а? Пройти нам боевую. Мне не хватает сил пройти, ты понимаешь? Просто не хватает сил. Так, что у нас тут? Не забывайте про тренировки. Да я не забываю про твои тренировки. Дай, может, перекусить что-нибудь. У нас, ох, 357 монет. Вот это совсем другое дело. Что я могу себе позволить? Два дополнительных умения. Урон против боссов, это все понятно. Но сила умений 18, а сила умений 20. Постоянное лечение, сила 5. Может быть, сила умений 20%? Друзья, давай купим, а? Может быть, нам это как-то поможет. Такие ам-ам-ам-ам-ам. Довольные, хрумкают там. Так, и сразу же давай тренировку посмотрим. Так, ХП. Вау. Ничего себе, я рыбок тут набрал. Так, тебе тоже ХП. Отлично, очень хорошо. Так, вам, друзья мои, атаку прокачиваем. И тебе, котик, тоже. Ну, смотри, 49 к атаке. Это уже хорошо, друзья. Уже смак. И хотел я, знаешь, что сделать? Я хотел немножко поменять умения. Да? Например, убрать... Пробивашка мне нужна? Нужна пробивашка, без нее никуда. Телепорт тоже мне нужен. Вот это вот, может быть, убрать. Вот это убрать, а поставить, знаешь что? Урон каждому врагу сила плюс 2. Урон. А давай проверим. Второго уровня, причем еще. Да, я думаю, что это будет оптимальненько для нас. И теперь уже должны мы пройти. Надеюсь я на это. Я на это, друзья мои, надеюсь. Поехали. Так, все это забираем. Ага, идем вот таким вот образом. Так, здесь мы с вами заберем ключ. Все равно мне придется наверх идти и драться с ними. С теми партизанами. Хочешь ты этого них? Ох, ты видел? Ты... Ну вот. Могут же, когда хотят. Давай, 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 давай. Отлично, пробили. Так, здесь мы перепрыгиваем. И вот с этими аглоедами должны подраться. Что это сейчас было? Что это, что это мы сейчас с вами там такого сделали? Какие-то рыбки там прилетели, видели? Конечно, видели, куда же вы денетесь? Вы все прекрасно видите. Так, сейчас мы прыгаем с вами в портал. Обязательно прыгаем в портал. Ага, все хорошо, здесь перепрыгиваем. Мы с этим драться олухом не собираемся. Он нам не нужен, и даром. Вот, вот, единственный, кто нам мешает, это вот эти вот аглоеды. Так. Что ты там ням-нямкаешь? Да господи, ну опять что ли? Да ну нафиг, да ну что такое? Ну как так быть может, друзья? Ну, короче, я... Что там оно? Умелый боец, я получил достижение. Мне почему-то от этого не легче, если честно. Слушай, давай мы, наверное, все-таки уберем вот силу атаки 2, да, вот это вот. Какой-то бред. Какой-то бред на самом деле. И возьмем с тобой 160%, 180% урон. Давай вот это вот поставим. Посмотрим, друзья мои. Я уже просто от безвыходности я пробую все, что только можно. Понимаешь? Все, что только можно и нельзя. Офигеть. Ну, правильно мне сказал подписчик, даже не один, что, Рэй, в этой игре, если ты будешь ее играть, проходить, зависнешь надолго, я уже ему верю. Потому что, ну, на самом деле, ты посмотри, я на двух уровнях, я не знаю, сколько тут уже, полчаса, наверное, бомблюсь. Да? Так. И всего лишь проблема в том, что я не могу справиться с той командой. С командой аглоедов. Так, ну пробейте вы их в конце концов. Все-таки нам не хватает, друзья мои, не то что силы умения, а все-таки лечения. Так, ладно, здесь мы справились. Пойдемте со следующей партией охламонов драться. Так, делаем вот такие вот. Что это такое сейчас было? Что это за... Минус один, сразу же причем наказали мы его. Е-е-е. Слушай, ну здоровья все равно маловато.
Здоровья маловато. Посмотри, 97 и 22. Ну, тихо, чуть было. Фу, на варвара не напал. Мне этого не надо. Мне нужно здоровье-то поэкономить. Так, здесь мы с вами перепрыгиваем. Вот так. Вот так. Здесь добираем. И сразу же начинаем вот с такого вот. Ну, пожалуйста. Ну, не надо фейлить, а. Да чтоб тебя, а. Да должны справиться, друзья мои. Ну, 72 хп. Давай, бомбарбей, Киргуду. Фух. Да не может быть. Да не может, друзья, этого быть. Вот так вот. Вот так вот проходится этот уровень. Эй, друзья мои, да. Наконец-то с короной. Все отлично. Слушай, нет, не будем мы пробовать пока. Так, ух ты, тут и вампир Дракула. Ёлки-палки, тут и Гэндальф. Слушай, шикарно. Давай хотя бы... А, подожди, навыки нам нужны. Глаз и... Разрушение, да? Разрушение нам нужно. Так, нет, нам нужен глаз. Всевидящий глаз, а ты где? Давай мы тебя возьмем. Вот он. Вместо... Вот так вот. Ну что, друзья, поехали. Просто глянем и будем на этом закругляться. Следующая серия, я думаю, будет очень-очень скоро. Так, поехали. Поехали, 8-й уровень. Так, тут 3 сундучка, шикарно. Пум, пум-пум-пум-пум-пум. Не понял. А, это выход уже. То есть тут, оу, друзья, тут очень много прыжков у нас намечается. Очень много прыжков. Так, ну что, давай. А, это у нас Саурон. Хе-хе-хе, точно, друзья мои, это Саурончик наш. Долгожданный. Нелюбимый. Так, я уже шлем от него получил. Так, а это кто у нас, Астерикс? Причем я сразу зарабатываю шлемы почему-то. Так, давай-ка мы вот сюда перепрыгнем. Я хочу просто посмотреть, что у нас там наверху, друзья. Что у нас наверху. Так. Заодно я хочу пособирать рыбок здесь. А почему бы и нет? Ой-ой-ой. Была ловушка, да? Да чтоб тебя, а это у нас тоже Астерикс. То есть это уже Обеликс у нас. Давай-ка его, упс. Нормуль. Так, у него сколько? Ну, ватник. Ватник, так, а вот это уже не ватник, друзья мои. Это уже Гэндальф. Так, давай-ка телепорт. Пускай полетает маленько. А это Гэндальф, а это второй злой-то. Как его там звать-то? Сурумяс или как-то там? Я уже не помню. Ага, я видел, но не успел перепрыгнуть. Да, плешивый охламон, а. Так, дерево, это понятно все. Мы с вами спускаемся вниз. Я вот эти вот сундучки... Что? Да что там было? Какого лешего? Блин, прикол, прикол. Да хорош ты. Следующий босс у нас, я еще и с этим-то не справился до конца. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте мы, наверное, с вами закруглимся, да? Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось и не слишком утомил прохождение одного и того же уровня. Ну, куда деваться. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.